lovelies, welcome back to our channel. Welcome to Keeping Up with Thea and the Fam. I'm Tris, this is my mom Thea, and today we're back with another reaction video. Today we're going to be reacting to our girl, another new song that she just dropped. It's called Finicky Horses. I think they said the finicky means fussy horses. So I also want to thank our new subscribers and our returning subscribers for all you guys' love and support. And please feel free to hit that subscribe or the notification bell so you know each time we upload a video. And let's get into this video. Знаете, также очень часто мне пишут о том, что люди хотели бы услышать в моем репертуаре, в моем исполнении песню Высоцкого, хотя бы одну какую-нибудь. Так вот, я разучила песню «Кони привередливые» Высоцкого, и поэтому сейчас состоится первый раз вообще, когда я пою ее в микрофон. «Кони привередливые». Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, черт, помедленнее кони, чуть помедленнее, вытугую. Не слушайте плеть, но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успеть мне допеть. Не успеть я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще, да постою. Сгину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливы, ой, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, вытугую. Не слушайте плеть, на что-то кони мне попались, ой, да привередливые, и дожить не успеть, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще. Допустим,
закрою. Мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми? Голосами. И это колокольчик весь зашелся от рыданий. Или я кричу коня, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть, но что на коне. She's singing from her soul. Мне попались, ой, да привередливые, и дожить не успеть, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Много еще да постою на краю. Честно сказать, и педагог, и вообще, в принципе, мое окружение все говорило, что я не справлюсь, и что я еще не доросла до этой песни. Возможно, и многие из вас так подумали, но я надеюсь, что моя интерпретация все-таки хорошо дошла до вас, и я смогла исполнить эту, на самом деле, очень сложную для меня композицию. React to any more of Diana's song or anyone else's song, you guys can leave your comment in the comment section down below and we'll gladly react to it. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe to our channel. And if you're new to our channel and you're not subscribed, please go ahead and do so we can continue to grow. And please don't forget to hit that notification bell down at the bottom so you know each time we upload a new video. And if you guys would like a shout out in our next video, our IG and Twitter will be down in the description and be right here at the side of the screen. And thank you guys for watching. Bye!